Вся Россия скорбит. Известную актрису съел рак. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разрешила комментировать свои посты в Инстаграм. Теперь поклонники просят рассказать правду о состоянии звезды «Моя прекрасная няня». Интернет-пользователи уверены, что если бы близкие Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным лечится от опухоли мозга, рассказали бы людям о реальном положении дел, то слухов бы было меньше. Фанаты артистки вынуждены верить всему, что сообщают через СМИ, так называемые друзья семьи и анонимы. Почитатели звезды выступают с требованием: «Анна, делитесь с нами хотя бы немножко о состоянии. Так люди будут меньше верить и читать чушь, которую пишут в СМИ. Все очень переживают. Да, надо дать официальную информацию, чтобы всякого бреда было меньше. Мы просто были бы рады от первого лица, от близкого человека, знающего ситуацию, время от времени прочитать, что на момент все более-менее хорошо, или на момент проводится лечение, и все. И на истинным поклонникам не придется верить домыслам и слухам недобросовестных журналистов, медработников и так называемых друзей семьи. Присоединяюсь всем сердцем ко всем искренним пожеланиям, молитвам. Очень и очень надеемся, что в скором времени получить хорошие новости», пишут поклонники Анастасии Заворотнюк. Напомним, ранее дочь знаменитости объяснила, с чем связано отсутствие официальных комментариев о происходящем. В первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, написала Анна. По словам наследницы Анастасии Заворотнюк, ее семья не намерена хайпить на наболевшей теме. Ведь здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» – это не сенсация, которую можно продать журналистам.